Zilgıç Zakibov 1957'de Kırgızistan'da doğdu. Halen yaratıcı sergilere ve kişisel sergilere hazırlıkla katkı koymaktadır. 1976'da Arman adlı filmde sanatçının asistanı oldu. 1989'da Paris Uluslararası Güzel Sanatlar Şehri'nde stajyer oldu. 1986'dan 1991'e kadar Kırgız Devlet Sanat Okulu'nda resim, çizim ve kompozisyon öğretmenliği yaptı. Kış filminde sanat yönetmeni olarak görev aldı. 2012 yılında Princess Nasik filminde oyuncu ve sanat yönetmeni olarak görev aldı. 1979'da Moskova'daki gençlik sergisine katıldı. 1987'de Almanya, İtalya ve İspanya'da SSCB'nin 10 genç sanatçısı sergisine katıldı. 1987'de Polonya'da bir fuarda yer aldı. 1988 yılında Orta Asya ve Kazakistan Cumhuriyeti 1. Cumhuriyetler Arası Gençlik Sergisi'ne katıldı ve Özbek SSR Kültür Bakanlığı'ndan sergiye aktif katılımı için 1. derece diploma aldı. 2002 yılında ITF ödülünü kazandı. 2016 yılında Kırgız Cumhuriyeti onursal diplomasını aldı. 2016 yılında Çuikov ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın gelişmesine ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkılarından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi'nden diploma aldı. Это картинство. Это мне не вдохновило. Я всю жизнь хотел написать эту картину, но у меня времени не было. Ну, мне пришлось написать здесь, вот это, в Турции, этот, ваш, в Кипре приехать и писать. Ну, мне так получилось. Потом я написал, я со своими друзьями посоветовался, они сказали, что вот это пиши. И вот это я пишу. В этом я не виноват. Как вам объяснить? Они глупые дуры, шаманы, вот это, женщины глупые. Они танцуют. Шаманы, это вот есть такой, как бы, есть такой танец, караджоро. Сейчас его превратили в культуру. И они называют, вот они вот так танцуют. Это называется, это шаманы. Это чисто вот так на переводе джиндби, джиндби, джинди. Это вот джиндби. Вот они вот. Женщины, они танцуют. А, я бы не сказал бы художник. Я бы сказал бы писатель мне нравится. Давлатов. Давлатов такой есть. В Америке он умер. Я его перечитываю Чехов, еще Фазил Искандер. Я их люблю. Я их перечитываю все время. Меня это как бы вдохновляет. И я, там есть чувство юмора в жизни. Мы приходим и уходим. А Бог нам, сколько нам дал жизни, я не знаю. А хотел бы моих друзей, Таланта, Рустамбека, вот этот Рахат. Я люблю их капризы. Я из капризов нахожу шикарные вещи. Такой вот такой. Художник – это раб. Это раб. Это раб службы. Это все, конец фильма. Это называется все уже. Ты должен служить как раб, писать, на него служить. Я не хочу искусство, чтобы было чисто кыргызскими, казахскими, узбекскими, турецкими, американскими, немецкими. Оно было, чтобы общечеловеческим было. Чтобы все люди мира понимали мое искусство, вообще моих друзей, всех художников. Тех, которые занимаются творчеством. Вот. Еще долго они жили.